Приветствую. Рад вас видеть. Я рад вас приветствовать в Астане. Это первый визит министра иностранных дел после утверждения нового состава правительства. И, пользуясь возможностью, я хотел бы поздравить вас с переназначением, а также 20-летним юбилеем пребывания на этом высоком посту. Ваша персональная роль в осуществлении внешней политики России совершенно очевидная. И, конечно же, во многих отношениях можно сказать, это уникально. Россия – наш ключевой стратегический партнер, союзник, поэтому в наших взаимоотношениях с российским государством мы исходим именно из этого. Данный тезис был подтвержден в ходе визита в ноябре прошлого года президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Были подписаны очень важные соглашения. Торговля между нашими странами успешно развивается, достигла, можно сказать, рекордной цифры, хотя, конечно же, это не потолок, 27 миллиардов долларов. Думаю, что инвестиционное сотрудничество активно развивается. Я лично контролирую этот вопрос. Более того, скажу вам, что встречаюсь с представителями капитала российского бизнеса по обращениям президента Российской Федерации. И это очень важно, поскольку, коль скоро мы говорим о союзнических взаимоотношениях между нашими странами, должно быть и взаимное доверие в столь важной сфере, как инвестиционное сотрудничество. Я знаю, что у вас очень плотный график, отсюда вы направляетесь, если не ошибаюсь, в Куала-Лумпур, потому что недавно был здесь с визитом Анвара Ибрагимова, сказал, что в скором времени вы должны посетить Куала-Лумпур, или это неправильно? Ну, отсюда мы возвращаемся в Москву, да. Но уже в пятницу должен быть в Минске, а еще через два дня в Ташкенте. Хорошо, значит, письмо что-то перепутал. У нас есть план совместных действий на 24-24 годы. Все это добавляет содержательного наполнение наших связей, и мы сегодня отметили, что нацеленность и вас, президента Путина, на реализацию таких проектов, которые будут делать жизнь наших граждан более комфортной, более простой в общении между нашими народами, это, конечно же, очень важное направление. По экономическим и финансовым делам мы ценим наши отношения и в этой сфере тоже, и рассчитываем, что весь комплекс связей, который